Пластиковые бутылки, окурки и прочий мусор после таяния снега усыпали дорогу и обочины, прилегающие к Репинской развязке. Заместитель главы города Дмитрий Чистяков вместе с руководством Химдора и комбината по благоустройству выехали на место, чтобы оценить масштабы предстоящей уборки. Поступают обращения жителей, есть замечания по содержанию, поэтому комиссионы сегодня вышли сюда, на эту территорию. Действительно, мы видим то, что после схода снега имеется мусор на газонах. Комбинат по благоустройству получил соответствующие задачи и кратчайшие сроки по устранению данных нарушений. По словам заместителя главы города, в ближайшее время весь мусор вывезут, а дорогу и тротуар почистят от грязи.